Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, я вас приветствую в уроке Photoshop. И в этом уроке мы посмотрим макет iPhone 7. У нас несколько вариаций данного телефона, где мы можем с легкостью заменить изображение задний фон на свой. Где-то, возможно, это пригодится в вашей работе. Архив с макетом вы сможете скачать на моем сайте, ссылочка будет в описании этого видео. Когда вы распакуете архив, у вас будет несколько вариантов. То есть изначально будет просто JPEG-картинка, это пример, и следом идет PSD-исходник, макет. На картинке видно, как будет отображаться тот или иной макет. Вы выбираете подходящий и запускаете его PSD-файл. Например, запустим вот этот первый. Два раза левой кнопкой мыши кликаю, нажимаем ОК. У нас ругается то, что у нас нет подходящего шрифта на компьютере, но нам это не важно, мы закрываем это окно, так как мы будем использовать, скорее всего, свои какие-то шрифты. Я раскрываю слои, и у нас здесь все по папочкам. Очень легко здесь все меняется. Мы просто отключаем глазик, например, нижний background. У нас отключается задний фон, то есть теперь у нас фон прозрачный. Это значит, что мы можем раскрыть папку и сюда перетащить какую-то свою картинку в качестве заднего фона, если нам нужен задний фон. Далее мы просто кликаем по глазикам и сразу понимаем, что за что отвечает. То есть вот этот верхний глазик отключает у нас внизу такие слова. Нам они здесь не нужны, отключаем. Нам здесь остается лишь заменить картинку на свою в телефоне. То есть это вот этот синий глазик. Мы раскрываем его папку. Здесь у нас есть смарт-объект. Мы кликаем два раза левой кнопкой мыши по этому смарт-объекту. Нажимаем ОК. Здесь также у нас ругается на шрифты. Мы это окно закрываем. Здесь у нас также имеются другие слои. Слой с текстом мы отключаем. И перетаскиваем сюда заготовленную картиночку. Я помещаю свое изображение. Оно у меня не умещается, там у меня проглядывает синий фон. Я выделяю данный синий фон. Здесь в палитре выбираю белый цвет, беру инструмент заливка и кликаю по синему фону. У нас это объект, не позволяющий залить нам нашу картинку. Мы просто кликаем мышью, разрешаем, нажимаем ОК. У нас растрируется слой, и теперь мы можем заливать. Я залил его белым. Далее мы нажимаем файл сохранить. Макет устроен таким образом, что картинка ляжет сама, так как нужно, чтобы выглядеть естественной в данном ракурсе макета телефона. Вот мы видим, что картинка легла хорошо, все нормально. Также по аналогии меняются все остальные виды макапа. То есть вы просто запускаете подходящий для вас PSD-шник, и таким же образом все редактируется. Теперь, как сохранить в высоком качестве? Если мы сохраняем с задним фоном, без прозрачной области, значит JPEG. Если нам нужно, чтобы сзади был прозрачный фон, мы отключаем нижний глазик. Здесь прозрачного фона много, мы можем взять вот этот инструмент. Как только мы его взяли, у нас вот здесь вот по краям появляются такие маркировки. Мы можем потянуть за них и обрезать лишний фон. Но будьте аккуратнее, здесь есть тень у телефона. Не обрежьте тень, иначе будет смотреться некрасиво. То есть вот таким вот образом мы можем обрезать лишние области и нажать Enter. После этого у нас лишние области обрежутся. Значит, если мы сохраняем с прозрачным фоном в хорошем качестве, мы выбираем файл «Сохранить как». Здесь мы выбираем PNG, нажимаем «Сохранить» и «Ок». Если нам нужно сохранить для интернета, для сайта, мы выбираем файл «Экспортировать», «Сохранить для веб». Здесь обязательно нужно выбрать PNG-24, прозрачный фон, и нажать «Сохранить». Точно так же можно сохранить с задним фоном, только мы выбираем формат JPEG. На этом данный урок я заканчиваю. Надеюсь, для вас он был полезным. Поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. Всего вам наилучшего. До нового видео. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга.
Готовый КМС. 3 года на рынке. Молодой хостинг. Это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы. И даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.